Недавно стало известно, что дочь Евы Польны понемногу начинает приходить в себя после случившегося с ней приступа астмы, из-за которого она оказалась в реанимации. Сейчас Эвелин чувствует себя значительно лучше, она готова выписаться с больницы, но медики настаивают, что девочке все еще надо побыть в клинике, чтобы держать ее астму под контролем. Окружение Евы Польны поддержало ее и пожелало ее дочери скорейшего выздоровления. Друзья певицы сказали, что рады новости, что Эвелин стала значительно лучше. Известно, что астма – это удушье, которое может быть спровоцировано воспалением дыхательных путей. Болезнь может не давать о себе знать, но потом проявиться внезапно. К счастью, в случае с Эвелин рядом с ней оказались люди, которые вовремя оперативно помогли ей справиться с приступом. А что ты думаешь по этому поводу? Обязательно оставь свой комментарий. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его лайком, колокольчиком и подпиской на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи! Всем пока-пока!